Совсем скоро на ОКО состоится премьера сериала «Морозко». По сюжету 33-летняя Рита работает на телевидении и производит впечатление успешной девушки. Однако на самом деле ее душе пустота. Работа не нравится, семьи нет, друзей и близких тоже. Не говоря о мужчине, одиночество Риты скрашивает только чучело хорька, которое она держит на почетном месте в съемной квартире. Безжалостный диагноз, о котором она узнает, казалось бы, должен окончательно убить все надежды на счастье, но именно он становится отправной точкой к ее исцелению, избавлению от страха и поиску настоящей любви. Главные роли в картине исполнили Аглая Тарасова, Никита Ефремов, Андрей Федорцов, Николай Наумов, Гоша Куценко, Елена Морозова и другие. Премьера сериала «Морозко» состоится уже 6 марта. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.